Добрый день! Сейчас я продемонстрирую детский микс крем Швейцария. Цена за килограмм 1030 рублей, в упаковке 24 килограмма 700 грамм. Стоимость всей упаковки 25 441 рубль, количество единиц 133 штуки. Стоимость за одну единицу 191 рубль. Первое — это платье на девочку, нарядное, размер у него указан 104-106. Дальше у нас идет толстовка на мальчика с капюшоном, размер 92. Штанишки на резинке 62 размера, леггинсы 62 размера, спортивные брючки на мальчика размер 132, жилеточка 68, джинсы на девочку 104, джинсы на девочку, скорее всего, если те 104, то эти, наверное, идут 112-116. Здесь у нас джинсы 3-4 года. Джинсики 3-6 месяцев. А, теплые леггинсы размер 10. Леггинсы под джинсы сделаны размер 9-10. Леггинсы на резинке теплые 158 размера. Спортивные брючки с кармашком на попе на мальчика. Размер не указан, но визуально на мальчика уже лет 9. Дальше у нас идут тоже спортивные штанишки, скорее всего, на девочку размер 10. Джинсовая юбочка, размер не указан. На многих вещей размер не указан. Здесь у нас 11-12, нарядные блестящие леггинсы. Джинсы заужены к низу на девочку 152. Здесь у нас 74. Вельветовые брючки на девочку, скорее всего, уже взрослую, лет 12. Боди под рубашечку размер 62 на мальчика. Штанишки 3-6. Жилеточка новая с этикеточками размер 6. Кардиган 152. Теплое платьишко на девочку, скорее всего, 62-68 размера. Здесь у нас 74-80. 62. 62. Джинсовочка 68 размера. Толстовка на мальчика 12. Нарядное болеро из поедок размер 104. Нарядная юбочка на девочку размер 98. Вообще нарядное в преддверии Нового года сейчас очень актуально. Такие вещи, особенно на детей, родители покупают сразу, их надо несколько. Одни куда-то в садике, если ходят. Здесь у нас размер 9-10. Другие нарядные вещи у нас 3-4 года пойдут на дома на празднование, потом в гости на праздник. Каждый раз родители хотят одеть на ребенка новое. Если у нас размер не указан, скорее всего, 80-86. Штанишки спортивные 11-12. Плащ-ветровка на девочку, скорее всего, 2-3 года. Джинсики на мальчика 68. Брючки, мне кажется, на мальчика размер 12-13 лет. Теплая кофта с капюшончиком размер 9-12. Танковочка ОВС на мальчика 116. Комбинезон с Микки Маусами 80. Футболочка 6 лет.
комбинезончик на мальчика идет 6-9 месяцев. Дальше у нас олимпийка на мальчика, на молнии. Размер указан 152. Дальше у нас штамповочка на девочку, украшена сердечками, размер XL 14-16. Это ласка, ткань похожа на микрофибру, на мальчика лет 12 уже. Здесь у нас 68 размер. Такая куртка-дубленка, подклад похож на овчину, размер 8 лет. А куртка-ветровка, размер 86. Тонковка на мальчика уже лет 16 на взрослого. Толстовка на мальчика 11-12. Джинсы на мальчика, размер 134. Маленькие джинсы на мальчика, размер идет до года. Брючки в клетку. А, это комбинезончик у нас. Комбинезончик в клетку, скорее всего, на девочку. Размер 130. Здесь у нас спортивные штанишки на девочку 110. Теплая кофточка, верх похож на флис, размер 68. Тонковочка с длинным рукавом, здесь сердечко из пайеток, размер 12 лет. Теплая жилеточка, размер 12 лет. Здесь у нас 6-9 кофточка. Кофточка, подклад похож на флис, размер 74 на девочку. Юбка 8-9 лет. Джинсовая рубашка, туника на девочку, рукав 3 четверти, размер 128. Дальше у нас рубашечка 140 на мальчика джинсовая. Знаете, не флис, больше похоже на шерсть. На такую мягкую шерсть, размер не указан, но скорее всего 6-9 месяцев. Здесь у нас вязаная кофточка 18 месяцев. Водолазка на мальчика 92-98, рубашечка 80, флисовый комбинезончик с Винни-Пухом, универсальный, размер 68, жилетка из искусственного меха на девочку 62, бархатная юбка 92. А кофта теплая на девочку, скорее всего, 104. Здесь у нас идет комплектом рубашка вместе с вязаной жилеткой, размер 74. Комбинезон на мальчика в районе 92 сантиметров. Толстовка с капюшоном на мальчика, размер 2 года. Здесь у нас размер 80 у толстовки. Тонковка с капюшоном, застежка пуговицы на груди, размер 140 сантиметров. Дальше у нас идет жилетка. Воротник флис, размер 116, подклад трикотаж. Олимпийка на мальчика, размер 74. Теплая кофта с большим воротником на девочку 110 на пуговках. Вельветовая курточка. Размер указан М. Толстовка на мальчика размер 130-140. Джинсовка на мальчика 114. Кожаная куртка на девочку размер 4Т.
Так, дальше у нас идут джинсы. На девочку, скорее всего, 122. Спортивные бриджи на девочку 152. Леггинсы пришитые блестящими ниточками. Размер, скорее всего, 7-8 лет. Джинсовая юбочка 7-8 указана. Здесь у нас 62-6 месяцев. Танковочка на девочку. Не указан размер, но я думаю в районе 86-го, судя по рукаву. Теплые горнолыжные штаны красные на девочку. Размер указан М. Пушистая кофта с рисунком из пайеток, размер 11-12 лет. Здесь у нас размер 140. Горчичная полуводолазочка, размер 12. Танковочка 104. Кардиган на девочку, скорее всего, также 104. Толстовка спортивная на мальчика, размер 12. Флисовая кофта на девочку 86. Сарафан на девочку 116. Платьишко такого спортивного типа. Вижу только 4-5 лет. Размер не вижу. Здесь у нас леггинсы теплые в клетку. ОВС 146. Спортивные штаны на девочку. Размер 4. Спортивные штаны на девочку. L указан. Танковка на мальчика 158-164. Толстовка на девочку, скорее всего, размер 5. Танковка на девочку 134-140. Сарафанчик в районе 86-92. Танковочка 116 ОВС. Танковочка с этикеточкой на девочку. Размер 140. Леггинсы лет 9-10. Джинсы на девочку 7А. Леггинсы на девочку 164. Штаны чем-то по материалу напоминают между джинсом и кожей. Размер 140. Кардиган на девочку 12 лет. Танковка с длинным рукавом на мальчика размер 16А. Здесь у нас 122 танковочка. 24 месяца танковочка. Спортивная танковочка на мальчика размер 8 лет. Повторяется танковочка только 12 месяцев. Здесь у нас 2-3 года. Танковочка 140. Футболочка Next на мальчика 13 лет. Теплая кофта, чем-то похожа на искусственный мех. Размер у нее идет 86. Толстовка на мальчика 128. Танковка на мальчика 146. Кофточка на девочку 110. Теплое платье с длинным рукавом на девочку 7. Спортивная танковка с капюшоном на девочку 8 лет. Нарядная юбка с бантом и с рисунком из холодного сердца мультика 7-8 лет. Куртка на синтепоне, воротник, мех идет. Скорее всего искусственный, хотя очень похож на натуральный. Утверждать не буду. Размер не указан, но на мальчика уже лет 8. Здесь у нас танковочка на мальчика 8 лет и
Последняя это флисовая кофта с рисунком кошки с ушками. Размер указан 8 лет. Сейчас вам был продемонстрирован детский микс крем Швейцария. Цена за килограмм 1030 рублей. В упаковке 24 килограмма 700 грамм. Стоимость всей упаковки 25 441 рубль. Количество единиц 133 штуки. Стоимость за одну единицу 191 рубль. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.